представительница Саратовской региональной общественной организации «Польский национальный культурный центр». Грошата Патил, представительница Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный университет имени Разумовского». Медведева Татьяна, представительница муниципального учреждения культуры «Городской дом культуры «Звезда». Дорошенко Анастасия, представительница муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования Октябрьского района города Саратова». Осипенко Екатерина, представительница муниципального учреждения культуры «Городской дом культуры национального творчества». Лукманова Анастасия, представительница муниципального учреждения культуры «Клуб Заводской». Дорогие друзья, у меня есть результат, уважаемые члены жюри, кто-то хочет что-то сказать, прежде чем мы перейдем к награждению, прошу. Добрый вечер, уважаемые участницы, здравствуйте, болельщики. Сегодня замечательный вечер, замечательные девушки, великолепные, красивые, талантливые, умные. Я вас всех поздравляю с тем, что вы сегодня вышли на эту сцену и достойно представили ваш народ, вашу национальность. Все было замечательно. У нас не было ожесточенных споров, но...